Первыми животными в космосе были собаки Дезик и Цыган. Советские ученые выбрали собак, а не обезьян, так как приматы плохо поддавались дрессировке. К тому же собаки оказались более выносливыми, особенно те, которых подбирали прямо на улице. Конструктор Сергей Королёв предложил отправить в космос сразу двух собак, чтобы получить объективные данные о влиянии космического полета на живой организм. В 1951 году с космодрома Капустин-Яр ракета-носитель Р-1В подняла четвероногих друзей на 100 километров к границе космоса, после чего они благополучно вернулись на Землю. А первыми животными, которые облетели Луну, стали черепахи. Они отправились к нашему естественному спутнику на советском зонде. В космосе уже побывал целый зоопарк. Кошки, морские свинки, крысы, мыши, хомяки, перепела, ящерицы-гекконы, тритоны, лягушки, улитки и некоторые виды рыб.